сегодня мы говорим о проблемах шорока и сов. Они, как известно, смотрят на время с противоположных сторон часов. К примеру, первые встав пораньше уже гоняют на поле мух. Вторые, уставшие после вчерашнего, трыкнут часов до двух. Совы, персоны, особые и сова. Прекрасная семья, где она сова. Она с ним любезна. Камон, сова! А он ей король Финлей. Но если за нем хочет глаза в дом, задержится ранняя пора. Любовь в этом доме войдет вверх дом, постель превратится в плаху. Жаль, и совы, любые персоны, особый жаль. Я в их ночные дела не слюсь, но слышу, как косточки мне полощут великий могучий совиный союз. Мол, мне с ними не интересно на кухне ухать до трех утра. Но кто же иначе разбудит песни тебя на раз...